Вчерашнего вечера, я чуть попозже скажу почему-то, вчерашнего вечера, я считал самым удачным фильмом о нашей профессии, это фильм «Время первое», который наиболее корректно, близко и полно рассказывал о том, что такое космический полет, как работает те, кто обеспечивает космический полет, и что испытывает космонавт. Но вот вчера вечером Первый канал начал показывать фильм сразу же после программы «Время», если не ошибаюсь, называется «Вселенная». Вот я вчера начал смотреть, я не мог оторваться, потому что пока в первой серии настолько близко наша профессия, настолько реалистично, настолько правильно расставлены акценты, что мне даже стало не по себе. Я так чувствую, что кто-то из космонавтов подпольно участвовал в съемках этого фильма. Очень советую после смотреть этот фильм. Фильм многосерийный, по крайней мере 4 серии на эту.